Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим на мангале. Будем с вами готовить скумбрию запеченную и картошку. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео. А мы с вами приступаем готовить. Сегодня мы готовим на свежем воздухе, на улице, на мангале. Итак, скумбрия у меня очищена. Хвост, голову я отрезала, внутренности тоже выняла. Картошка подготовлена. Нам понадобится еще фольга. Также розмарин я беру, лимонный перец к рыбе. Розмарин и лимонный перец. Это нам нужно к нашей рыбе, к нашей скумбрии. Такая вот красивая скумбрия. Хорошенькая. Понадобится базилик, паприка, черный молотый перец, смесь перцев и соль. Выберите, конечно, приправы на свой вкус, какие вы больше любите. Мне нравится такое сочетание. А рыба очень любит розмарин, а лимонный перец – это вообще красота. Там есть цедра лимона. И для начала нам нужно замариновать с вами скумбрию, рыбу. Натираю лимонным перцем и розмарином. И да, друзья, в лимонном перце в этой приправе уже есть соль, чеснок и цибуля сушена. Также цедра лимона. Вот все здесь уже есть. К рыбным блюдам очень вообще классно работает. Так что попробуйте. Если вас нету, конечно, можете приправу к рыбе взять. Ой, какая ароматная рыбка, друзья. Все у нас уже замариновано. И пусть ждет свой черед. А мы с вами займемся картофелем. Картофель мы нарезаем не слишком тонкими пластинками. Не слишком тонкими, чтобы хорошо картофель пропекся. Вот так я нарезаю картофель. Вот так, не слишком тонко и не слишком толсто. Чтобы хорошо и приправа картофель вобрал. Ой, друзья, готовить на природе, в свежем воздухе, это вообще здорово. Так, картофель я нарезала. Друзья, и чуть не забыла, нам еще понадобится растительное масло. Либо можно заменить соевым соусом. Кстати, немножечко добавить соевого соуса, тоже будет очень вкусно. Тогда добавляйте меньше соли, потому что в соевом соусе он уже там есть. И сейчас мы маринуем нашу картошку, вернее приправляем перцем молотым, паприкой, базиликом и солью. И добавляю растительное масло. И все хорошо перемешиваем. Также время приготовления картошки всегда зависит от сорта. И пусть наша картошка маринуется, как бы с приправами подружится, и наша рыбка скумбрия. А мы давайте с вами пойдем посмотрим, как там наш мангал, костер. Вот таким образом я выложила картошку.
закрываем решетку и отправляем на огонь. Конечно, не насильный. Как будет вкусно, друзья. Рыбу ложим на фольгу и немножко растительного масла добавим, смажем ее сверху, буквально пару капель. Рыбка сама жирная, вкусная. И на решетку, заматываем ее в фольгу и на решетку. Ой, какие ароматы! Ой, это божественно! Какая красота, друзья! Печеная скумбрия на решетке, картошка. Как это ароматно! А вкусно как! Друзья, обязательно приготовьте. Это так просто и очень вкусно. Скумбрия вообще очень вкусная рыба сама по себе. Даже просто ее немножко соли добавить, либо вообще даже можно не солить. Она сама по себе очень вкусная. И в отварном, и жареная, и печеная. Очень вкусно. И у меня вот есть перец еще. Консервированный жареный перец. С чесноком. Очень тоже вкусный. Такой маринаде чесночном. Жареный перец. Очень вкусно, ароматно. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам желаю вкусной еды, хорошего настроения и всего наилучшего. Оставайтесь со мной на канале.